Я очень давно собиралась заняться своими зубами. Наконец нашла в себе мужество. Первый раз, когда пришла в фирму Viva Dent, очень боялась. Но сразу мне тут как-то казалось очень приятным, что все врачи, вся обслуга ко мне очень по-доброму отнеслись. Мне сразу не стало так страшно, как в начале. Ну а самое главное, сначала мне сказали, что перед тем, как что-то делать с зубами, надо вылечить десна. Потому что десна у меня были в жутком состоянии. Каждое утро, когда я чищу зубы, и утром, и вечером, у меня было жуткое кровотечение. И вот мне предложили этот метод, который заключается в том, что из вены берут кровь, потом из моей крови делают плазму, и тут же при мне, буквально через 5-10 минут, прокалывают все десна. Ничего болезненного в этом методе не было. Вначале, конечно, мне немножко было страшно, но так как совершенно очень тонкие иголки, и тонкая иголка, которая из вены берет кровь, и очень тонкие иголки, которые обкалывают все десна, то есть никакой болезненной процедуры я не ощутила боли. Но зато буквально после 3-4 действий у меня совершенно перестали кровоточить зубы. А когда мне сделали уже 5 плазм обкалывания плазмой, у меня нижние зубы укрепились, и они более плотно стали сидеть. И только после того, как я все зубы свои укрепила, мне уже начали делать конкретно лечение зубов и новые коронки. То есть подготовка обязательно должна быть через лифтеплазму. Потому что без плазмы, без твоей... И даже мало того, что я еще... Мне показала, что у меня даже как-то укрепились немножко мышцы лица. После того, как мне 5 процедур прокололи, у меня как-то лицо лучше.